Добрый день, в эфире телеканала «Миколаев», программа «Контраргумент постскриптум». И сегодня мы продолжим тему инвестиционной привабливости Миколаева. Зараз с задоволенням хочу представить наших гостей. Это Діна Шевченко, виконуючий обов'язки начальника управления экономики та инвестиций Миколаївської міської ради, и Олександр Сагайдаков, генеральный директор Чорноморської яхтової верфи. Доброго дня, ми раді вітати вас у нашій студії, шановні гості. Діна Олександрівна, ну, мабуть, перше запитання до вас. Власне, які переваги має Миколаїв для потенційних інвесторів? Чому вони мають вкладати гроші саме в розвиток нашого міста? Ну, добрый день, уважаемые телезрители, гости студии. Конечно, в первую очередь хочется отметить, что город Миколаїв является на сегодняшний день достаточно сильным таким промышленным центром на юге Украины. Также он имеет достаточно мощный транспортный узел, это и транспортная развязка, и водная развязка. Также город можно назвать и культурным центром юга Украины, и научным, с очень большим научным потенциалом. И, конечно, самым большим, как бы, да, перевагою является то, что это вот эта вот такая система вот, водная города Миколаєва позволяет на сегодня достаточно большую привлекательность этого города определить. И как бы, вот это основные. Также можно назвать, наверное, центром и парусного спорта тоже в какой-то степени. То есть все вот эти вот моменты. Это все то, что должно, в общем-то, да, привлекать, да, сюда инвестиции. А если говорить о нынешней реальности, во что сегодня вкладывают деньги? Ну, из всего Миколаєва, но во что? Это, конечно, предприятие морехозяйственного комплекса, основные инвестиции. И вот по данным 2014 года статистики, 12 миллионов инвестиций было внесено в город Миколаїв. Это было в основном вот это вот складское хозяйство, это перегрузочные вот эти работы. Уже и в этом году, за первый квартал 2015 года, 8 миллионов долларов инвестиций было вложено. И как раз это, опять же, и есть там часть инвестиций в судостроение, и опять же, это перевалка грузов. И... Ну, вот вы говорите, Миколаїв достаточно крупный промышленный центр. А собственно, какова промышленность? Что у нас работает сегодня? Во что можно вкладывать деньги? Ну, что работает или во что можно вкладывать, это как бы... Ну, и то, давайте. Работает у нас все-таки, несмотря на ситуацию, которая была в 2014 году, достаточно сложная, это там политическая обстановка в Украине и экономическая в целом, конечно, не могла не отразиться на каких-то показателях промышленности города Миколаєва, но стоит отметить, что все-таки этот тяжелый год промышленность выставила, хоть и ряд предприятий, конечно, снизили обороты, это и предприятия в основном пищевой промышленности и легкой промышленности, но все-таки такие крупные предприятия, которые работали раньше, это завод «Заря», там «Небулон», там «Лакталис», и, ну, которые с достаточно крупными инвестициями, и они, в принципе, как работали и работают на сегодняшний день, и опять же, привлекают инвестиции и извне, а также и капитальные инвестиции, модернизируются. И, в принципе, можно сказать, что критической ситуации в городе сегодня с промышленностью нет, и даже вот по результатам 2014 года был небольшой прирост, около 2% объемов реализованной промышленной продукции в городе. Смотрите, в свое время в Миколаєві было достаточно много заводов, которые работали на оборонку. А какова судьба сегодня, даже не заводов, понятно, они фактически не работают, а вот этих площадей, как-то их можно для чего-то задействовать? Ну, честно говоря, так мы на сегодняшний день не рассматривали именно конкретно, вот, ну, как бы наше управление, да, экономики, для чего их можно использовать. Сейчас они, ну, я знаю, что вот все-таки получают там небольшие какие-то заказы, то есть что-то они как-то потихоньку работают. Ну, конечно, ситуация у них на сегодняшний день не очень хорошая, как бы, и сказать, что какие-то перспективы открываются, я бы, наверное, не сказала. Ну, оборонный, там, бронетанковый завод, да, как известно, работает, и погасили уже на сегодняшний 2014 году полностью задолженность по заработной плате, то есть благодаря, опять же, вот этим вот заказам оборонного. Но это госзаказ. Госзаказов, да. Если говорить о инвестиционных каких-то заказах, нет, я
ну, угу. может быть, еще вернемся. Но если говорить о портовом хозяйстве, морехозяйственном комплексе, наверное, Александр Михайлович, это больше к вам. Давайте тогда остановимся на судостроении. Ваше предприятие, которое вы возглавляете, ну, в общем-то, достаточно успешно работает, и есть пример того, что даже в сегодняшних реалиях можно работать успешно. А почему не работают остальные? Ну, вот, как бы ваша оценка. Давайте мы сформулируем сначала понятие инвестиций. Потому что я так что понимаю, есть инвестиция, что всем да. телезрителям понятно было, чтобы мы говорили, о чем вообще речь идет. Я так понимаю, что существует ряд предприятий, у которых не хватает оборотных средств, есть достаточно интересная продукция, которую можно выполнить, и эту продукцию продвинуть, но не хватает оборотных средств. И тогда предприятие готово продать часть своих либо акций, либо часть предприятия, либо все предприятие в целом, для того, чтобы получить оборотные средства, и то, что мы называем дополнительным финансированием для расширения этой продукции. А есть ли в Николаеве такие предприятия? Да, конечно. И мы в том числе. Единственное, что я могу сказать, что я писал 2 инвестпроекта. И, повторюсь, это очень непросто, особенно их непросто зарегистрировать, непросто выдержать форму, особенно требующую международную. Ведь мы говорим сейчас с вами про инвестиции иностранные. Да, да. И для иностранных инвестиций нужна та фраза, которую мы называли комфортная, вот она должна быть комфортная. А комфорт – это когда действительно есть комфортная среда, когда сюда можно принимать иностранцев, и они готовы, скажем, покупать. Но они готовы покупать какой-то готовый проект. Поэтому, как я понимаю, всем заинтересованным лицам, которые хотят получить инвестиции, им необходимо сдать, конечно, в государственный орган, например, в нашу администрацию, сдать свой инвестпроект, который достаточно может быть защищен. Если не хватает возможности, то я понимаю, что на волонтерских засадах мы слышали вчера желающие, которые могут привести в соответствие инвестпроект, который уже потом государство может презентовать на очень высоком уровне, потому что часто к этим инвесторам, которые богатые люди, просто невозможно достучаться, к ним невозможно попасть, это очень высокий уровень, и поэтому вот уровень государства, который может предложить часть этих пакетов, и поверьте мне, что все богатые люди, они быстро соображают и видят. Вторая часть, это я так понимаю, что это те инвестиции, которые можно получить, например, здесь у нас в городе, в небольших масштабах. Я думаю, что будущее, особенно в свете вот выборов, которые сейчас будут, и якобы местное самоуправление, дай бог, если оно будет, это значит, у нас получится в бюджете достаточное количество средств. Это значит, что можно рассмотреть вопрос, связанный, я ни в коем случае не вмешиваюсь в чьи-то деньги, особенно в бюджет города, но предусмотреть часть финансирования, которое, назовем это муниципальным кредитом, который может, собственно говоря, на который может претендовать, например, небольшие предприниматели, получив это в виде инвестиций, либо заказов, для того, чтобы это делать. Вот тот же пример, например, муниципальные транспортные водные артерии, когда нужны причалы, нужны небольшие разгрузочные суда, которые обеспечат перевозку, да, и, собственно говоря, все эти деньги могут идти спокойно в городской бюджет, вложение этих денег, во-вторых, это капитализация этих денег и развитие сферы транспортных услуг, о которой мы сейчас говорим. Это один из примеров, я так понимаю. И, конечно, очень важно отфильтровывать так называемых бешеных профессоров, которые делают глупые какие-то идеи, морочат всем головы. Этих, конечно, надо отсекать на самом начальном этапе. А людей... Что вы имеете в виду? Бешеные профессоры? Вы знаете, часто обращаются, надувные какие-нибудь там катамараны, там воздушные шары для того, чтобы там перевозить там, неважно, очень много глупостей, которые с умным видом пытаются навязать уважаемым людям, мы все этим занимаемся. Конечно, это надо сеивать, и поэтому на инвестпроект должен быть сам проект. Это мы и называем на бумаге, на котором написана суть этого проекта, его экономические показатели, перспективы развития предприятия, прибыль, которую можно получить в результате этого удовольствия, что за это мы отдаем и что получаем, через сколько лет инвестиций и, самое главное, какие гарантии.
А мы уже, конечно же, скажем так, вот город Николаев, это то, что должны на уровне, например, опять-таки благодаря будущему самоуправлению, это гарантировать ему безопасность, если есть какие-то преференции, он эти преференции должен гарантированно получить, собственно говоря, и знать, что заднего силы не будет. Согласитесь, что все, например, какие-то экспериментальные зоны, по-настоящему зоны, да, это когда тебя в этой зоне не трогают, а ты уверенно развиваешься. И так достаточно... это вы имеете в виду пример Николаева, когда была свободная экономическая зона? Ну, вы знаете... Я... Вы не сторонник подобного? Нет, немножко не в этом, просто так расписано. Вот у нас есть свободная зона, да, я уже, скажем, 4 года благополучно бегаю для того, чтобы в нее не попасть, потому что, ну, не так все просто, понимаете, это для обывателя там слушает, ну, есть же зона, и все там хорошо, но это касается иностранных, например, оборудование пришло, очень хорошо, мы его получили, и у нас возникает вопрос, самый больной вопрос судостроения, это получение оборудования только на 365 дней, а потом платить НДС и таможенную пошлину. И тогда, получается, стоит судно, на него существует еще НДС и таможенная пошлина, которую надо продать зарубежному заказчику. Он говорит, мне за такие деньги не надо, куда я дену эти ваши 25%? Да, как мы получим НДС? Мы сейчас комментировать это не будем. Вот пример, да, вот маленький. Поэтому вопрос о том, что гарантированно ему власть поможет, этого не будет, и ты здесь можешь развиваться, это очень правильный пример. Ну, я, может быть, увлекся. А вот ваша оценка, насколько охотно сегодня иностранцы заходят в Украину со своими инвестициями, или их все-таки в какой-то степени пугают некоторые реалии ведения бизнеса в Украине, во-первых, во-вторых, ну, как мне кажется, в последнее время должны пугать и события, которые на востоке страны происходят. Да, что... я с этим сталкивался, поэтому скажу следующее. Первое, иностранцы, у которых есть большие деньги, они сами сюда не смотрят, не ездят, и им это не надо. У них есть для этого специальные службы, которые оценивают и риски, и смотрят на проекты. И именно эта часть управленческого звена и делает какие-то заключения для того, чтобы рисковать деньгами своего там владельца, и, как это, который им платит деньги, или не рисковать. А те, которые готовы самостоятельно вкладывать деньги, им интересны эти проекты, они своими личными деньгами, там, относительно небольшими, да, там миллион, два, три долларов, это они готовы каким-то образом рисковать этими деньгами. Поэтому вопрос иностранцев, мы говорим про компании, а не про каких-то людей. Это компании, которые смотрят бизнес-план, они видят риски, взвешивают эти риски и говорят, да, мы готовы. Что касается войны, может, это прозвучит несколько, ну, извините меня, ну, мы же про бизнес говорим, это может смело прозвучать, но во время войны тоже существуют большие толчки для развития каких-то интересных идей. К нам на предприятие приходили ребята 79-й бригады, мы с ними очень сотрудничаем, обсуждали различные их проекты, у них очень много идей, которые они хотят. То есть есть различные идеи, которые можно, скажем, внедрить, и это толчок для развития, потому что любой кризис – это толчок. Кризис 37-го, там, 33-37 года в Америке, создание дизеля, там, алюминиевых головок, прогресс шагнул вперед. То есть это... Знаете, в Клондайке почему были богатыми? Потому что было много возможностей. Украина – это много возможностей, моя точка зрения. Ну, вы говорили, что в Николаеве есть предприятия, которые, у которых есть интересная продукция. А вот как вот им поступать, как им расширять свои горизонты и привлекать инвесторов? Если у них интересная продукция, то, наверное, вопрос... И в плане вопрос... конкурентоспособности вот на мировом рынке, насколько эта продукция может составлять конкуренцию? Ну, очень высоком. У меня, скажем, ну, иностранцы к нам приезжают достаточно энергично, смотрят. Я их вожу в музей судостроения флота, они с большим... удивлением узнаю, что, оказывается, не они первые, не голландцы первые, не немцы. И вот с большим удивлением они смотрят, что на самом деле, что нового. Но вопрос, который вы задали, звучит так. Есть люди, которые могут что-то хорошо построить, что-то издать, но не могут это продать. А есть люди, которые достаточно успешно умеют это продать. Поэтому существует и различия у тех людей, которые
умеют продавать, а есть, которые умеют что-то строить. И вот хорошо, если человек умеет и построить, и продать. Да? А, как правило, скажем, креативное мышление, замечательная продукция, исполнение хорошее. И вот на этом уровне он остается. А как это продать? Вот, например, руководители глянцевых изданий знают, обложка – это прежде всего, они работают над этим, обложка – это вот попробовать продать это, так ведь? То есть проблема рекламы, я думаю. Как и нашего города Николаева, это тоже проблема рекламы, потому что, когда объясняешь, что Николаев – это возле Одессы, то это, знаете, и потом рассказываешь, что у нас и такой завод, и такой завод, и такой завод. Что вы говорите? Так у вас, оказывается, большой город. Дина Александровна, вот если говорить о рекламе, интересные предложения, а как вы себя рекламируете? Ну, на сегодняшний день ресурс, конечно, у нас больших ресурсов для рекламы нет. Ну вот, к примеру, вот вчера диски, да, мы подготовили, вот выпустили эти партию этих дисков, которые на всех своих презентационных встречах мы продвигаем всячески и показываем. То есть, и, кстати, вот наш вот этот диск вызывает удивление, даже там вот вызывал и в таких продвинутых, да, на сегодня городах, как Львов, там, Винница, которые тоже как бы хотят взять эту идею на вооружение. Вот. Ну, это вот средствами интернет-связи, вот тоже мы, получается, на нашем сайте размещен наш, опять же, что это инвестиционный портфель. Ну, если где-то мы едем, мы, конечно, представляем там, но это в основном город Украина, то есть за границей мы практически не бываем. Ну, это все, наверное, на сегодняшний день. А если создавать какие-то имиджевые ролики города Николаева, как вы считаете это? Нет, ну, когда, к примеру, вот Каменец-Подольск нам сегодня предложил один такой интересный проект, там, ну, это, что касается сферы туризма, к примеру, обмен бигбордами, там, пару бигбордов установить там у них, у Николаеве, там, области, о туристическом потенциале. Взамен мы устанавливаем, к примеру, несколько своих там бигбордов, ну, так можно, это, опять же, только по Украине. Ну, а ролики, ну, можно создать. У нас, в принципе, вот на этом диске есть этот такой ролик, уже созданный. У нас нет, извините, я перебью вас, у нас нет, скажем, маршрутов туристических. Я могу сказать, в Николаевской области есть, например, там, с удивлением себе открыл, каньон каменный, да, да, красивые, да, вещи. Да. Удивительные вещи, но для того, чтобы рекомендовать, у нас есть что смотреть, но для этого требуется составить карту, маршруты, обеспечение, пусть люди диким образом, но они должны, ну не то чтобы условия, но по крайней мере маршрут составить, да, вот в той же Закарпатье, у них по дикой тропе не идут сами, да, а у нас даже маршрутов нет, как добраться, да мало кто знает, и я думаю, что вот замечательные места города Николаева, да, их надо напечатать, вот маршрут, придите, посмотрите. Вы себе не представляете, сколько уникальных вещей есть в Николаеве. Я так понимаю. Ну, в плане развития водного транспорта, тоже вот мы в предыдущей программе как раз об этом говорили, о том, что на тех же катерках, на тех личных трамвайчиках можно посадить экскурсовода, который будет рассказывать, вот посмотрите, это то, это вот... Это такой-то завод или там остатки, скажем, если смотреть, ну, да, на Черноморск. Вот из индустриального туризма. Я вот недавно, недели две назад была в Кривом Роге, получается, там как раз тема была индустриального туризма, развития. И тоже с удивлением мы узнали, что есть такой город Кривой Рог, в котором достаточно много всего интересного. И вот сейчас мы планируем как бы какую-то такую встречу организовать с ними, может, и в Николаеве тоже внедрить вот эти вот их идеи по поводу индустриального туризма. То есть это тоже будет интересно на сегодняшний день. По поводу катерков, что могу сказать? Ну, то, наверное, обсуждался проект создания вот этого коммунального пароплавства, да, вот, которым, в принципе, предусматривается. Там у них как бы две части состоят. Это транспортные перевозки, грузовые, да, грузовые, и пассажирские. То есть пассажирские на сегодняшний день, конечно, это как бы такая сфера дотационная, то есть она убыточная, да? Нет, нет, ни в коем случае. О чем вы говорите? Я вам скажу, что я опять, да, по Европе, опять-таки на судне, когда на выставке двигались, и я по каналам в Европе прошел, наверное, больше, чем кто-либо. И могу сказать, что вопрос поддержки на государственном уровне водного транспорта, он является, наоборот, самым прибыльным, потому что, развозя людей, то есть затраты на приобретение этого судна, например, для перевозок, оно сравнимо с одним автобусом. И поэтому количество людей, которые перевозятся
по рекам к своим местам, это разгрузка дорог, да, не надо большие нагрузки делать на дороги, это уменьшение выхлопа, и особенно малые паромные переправы там, на 2-3 автомобиля. Это самый лучший вид бизнеса. В Стамбуле самый выгодный способ не на автомобиле через мосты переезжать, с помощью понтонов. В маленьких городах Швеции только понтонами путешествуют по всему городу вдоль реки. И вопрос в том, что, скажем, восстановить инфраструктуру самих причальных сооружений, да, на которые есть... Они есть на карте. Определенная идея есть, уже даже и суда есть. Я говорю, что, ну, к примеру, даже если вот взять вот это вот, что эти перевозки убыточны, то есть у них баланс будет идти. А кто считал? К тому, ну, кто считал? Бизнес-план уже готовится. Ну, в том-то и дело. Многие предлагают, авторы этой идеи предлагают уставной фонд, который будет составлять всего 5000 гривен. Как можно при таком уставном фонде все это восстановить? Оно совместно, получается, остальное будет идти. Теперь, пожалуйста, вы согласны с тем, что между Очаковым и Кинбургской косой регулярно частники возят туда-сюда людей, включая нарушение всех правил техники безопасности. Это маршрут очень живой, так или нет? Да, мы согласны с тем, что в Корениху регулярно двигается и не хватает этого маршрута. Мы это знаем. И поверьте мне, что были бы маршруты, а вверх по реке, это же вообще там проблема. Я с большим удовольствием попасть. Ездила бы на дачу не автобусом, и потом пешком несколько километров, а на катере. Ну, вот как раз прошла бы 100 метров. Задание этого предприятия подразумевает. Но следующий шаг, да, для обсуждения, опять-таки, при расчете бюджета, мы понимаем, что это перевозка, да, это стоит затраты столько-то, билет должен быть столько, окупаемость этого проекта, например, 5 лет. Да, для этого билет должен стоить столько-то. И опубликовать всем гражданам. Как вы думаете, ну, извините, не знаю за сколько, 10 гривен, 20 гривен это будет стоить, там, 100 гривен это будет стоить, я не знаю. Вот за столько денег вы согласны платить для того, чтобы эти были перевозки? И если, собственно говоря, наберется достаточно у нас граждан очень активно, если они говорят, да, нам интересно за 30 гривен со своим барахлом по реке, короткий путь, мы здесь на даче, чем автомобилем, так или нет? Конечно, вот это является ответом на вопрос, выгодно это или невыгодно. Но для этого требуются эти расчеты опубликовать и сказать, в результате этих расчетов билет будет стоить столько-то. Так ведь? Ну, конечно, да. Вот тогда и говорится, убыточно это или неубыточно, потому что надо что делать? Линию загрузить, так ведь? Ну, вот вы говорите, да, даже транспорт есть, уже есть эти, там, как, ну, кораблики, предположительно, небольшие, да, насколько, да, а насколько они сейчас отвечают? Ну, пока я об этом говорить как бы не могу, потому что еще даже коммунального предприятия как бы не создано, поэтому. Ну, и кто это строит, будет уже интересно. Я, например, готов в этом поучаствовать, и могу сказать, что конкурентно, у меня есть, и проекты есть, и... На различное количество пассажиров есть разъездных. И это тоже инвестиции. Я готов в этом участвовать, мне это интересно. А вот смотрите, некоторые потенциальные инвесторы говорят о том, что не будут вкладывать деньги, потому что мы им будем составлять конкуренцию. Будем составлять, здесь действительно есть потенциал, есть кадры. Есть, но опять-таки здесь конкуренцию. Если инвестор, мы говорим про иностранца, да, в данном случае, да, вкладывает свои деньги, то он хочет эту продукцию как раз и продвинуть, потому что она конкурентоспособна. И вопрос в том, что, ну, мне, например, приятно слышать, когда известные компании, там, автостроительные, они называют нас серьезными конкурентами. И на выставке уже мы старые знакомые, жмем друг другу руки, причем не с директорами, а с владельцами компаний. Это хорошо. Я могу сказать, что конкуренция – это такая вещь, которую не надо бояться. Чем конкурентнее продукция, тем качественнее она, тем лучше. Для потребителя конечного, да, конечно. Да. Наоборот? Подытоживая нашу сегодняшнюю программу, к сожалению, времени осталось не так много, Николаев, когда же, собственно, мы вот увидим, почувствуем вот интерес инвесторов к нашему городу? Есть какие-то вот сегодня уже успешные примеры привлечения инвестиций, реализации каких-то программ?
Ну, на сегодняшний день это в основном, конечно, социальные проекты, если учесть, ну, со стороны города, со стороны нашей. Это, и, конечно, есть достаточно интересный крупный проект, это модернизация системы водоснабжения, о котором я вчера говорила. Там достаточно крупная сумма, это вот как раз там проекты сферы энергоэффективности, энергосбережения. Также у нас есть проект, это энергоэффективность строений Черного моря. Это тоже в сфере энергоэффективности проект. Вот, что у нас? Ну, по переселенцам также у нас очень интересный проект, который там позволит решить на сегодняшний день эту проблему, как, хотя бы частично, и какую-то убрать как бы нагрузку с бюджета, потому что все равно однозначно людям этим пришлось бы помогать, и это тоже как бы очень интересно на сегодняшний день. Это первый такой наш был опыт привлечения грантовых именно денег. Вот. На сегодняшний день мы участвуем в проекте, он как бы без денег, это международная техническая помощь с Академией Фольки Бернадотта Швеции. Это проект в сфере административных услуг, который позволит, участие в этом проекте позволит вывести эти административные услуги на, ну, мы так думаем, на принципиально новый какой-то европейский уровень. Вы должны быть уверены, а не думать. Нет, ну, мы уверены. Нет, да. Нет, я. Но если мы говорим про частный бизнес, то да, им все равно, разные, что здесь происходит. Да. Им все равно. И никто сюда не высматривает, где там город Николаев, там нам интересно, мы какие мы привлекательные. Мы сами должны выходить. Конечно. Сами должны. И только если мы своими ногами придем, убедим, докажем, и только тогда конкретно целевой вот этот вот человек, вот эта компания готова здесь вкладывать деньги. Значит, наша задача что сделать? Добиться, это доказать и получить собственное финансирование. Нет, вот это путь. Была вот встреча, которая обсуждалась на прошлой передаче, это трейд-клуб, там 60, около 60 стран принимали участие. Также наш проект «Индустриальный парк» представляли Министерство инфраструктуры. Вот, донором заграничным. Поэтому это интересная тема, и то, мы работаем. Перспективы є, потенціал у нашого міста і області є. Будемо сподіватися, що якісь потенційні інвестори з будь-якої країни, адже ми і в інтернеті нас можна подивитися в будь-якій країні світу, нас почули. Приїдьте до нас зі своїми речами. Я дякую за те, що були з нами. Дякую вам за те, що завітали до студії. На все добре.